Есть новости о еще одном романтике. Состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Острой бритвой». Готовьтесь, вместе с любимым артистом вас ждет увлекательное путешествие в 19 век. Ради очередного шедевра Диме пришлось даже рисковать собственной жизнью. Я обучился бегать по крыше поезда. Вот это, конечно, было действительно интересно. Движущегося поезда. Страшно, конечно, но искусство, знаете ли, и слово «мотор» волшебное, оно делает чудеса. Съемки клипа шли целый год, как настоящие полнометражные художественные картины. Елена Север не раз снималась в фильмах, поэтому понимает, сколько сил было вложено в работу. Я думаю, что сейчас пришло такое время, что всем хочется именно глубины, и, наверное, уже действительно и молодежь уже накушалась вот этими такой именно клиповой историей, и фильмы сейчас стали уже, я просто анализирую, смотрю именно со смыслом, так, чтобы потом было послевкусие, чтобы хотелось пересмотреть, и в том числе и клипы, и, конечно, это большое счастье, что именно пришло такое время. Локация для проведения презентации была выбрана соответствующая. Столы в обеденном зале были расставлены в особом порядке, а блюда подавались одновременно всем гостям в традициях позапрошлого века. Однако есть еще одна причина, по которой это место особенно запало в душу Яне Рудковской. В 2017 году здесь было венчание мое, мы его не зря выбрали. Оно нам приносит удачу, оно обладает абсолютным действительно волшебством. Совсем скоро трогательную историю любви с нотками исторической драмы можно будет посмотреть в эфире телеканала РУ-ТВ.